Вот такая вот посылочка маленькая. Пришел на почту получить. Что ж там приехало? Долгожданная посылочка моя. Вот такая большая, красивая. Будет раскоробкинг. Ну что, поехали распечатывать коробочку. Приехала моя долгожданная посылочка. Я ее долго ждал. Вот так вот запечатано тут красиво. Так. Вынимаем. Вот такая красотень. Лампочка. Непродент. Женек. Класс. Спасибо. Долго я ее ждал. Вот пришла лампочка шестиполосная. Большая. У меня вот там лампочка есть, которая поменьше. Вот. А это теперь лампочка из большеньких будет у меня. Вот такая большая, красивая. Ну и я заказывал, просил Женю, чтобы он мне сделал под мой гараж именно под мой гараж не с вот такими ногами раскосами большую стойку, а именно стоечку, которая в моем узеньком гараже будет спокойно ездить. Вот аналог вот этой стойки, собственно, и вот этой лампы. Вот, но лампочка побольше и стойка будет немножечко другая. Вот, спасибо Жене, что не отказал, сделал мне тоже что надо. Вот тут руководство по эксплуатации, все прям красиво, не халам-балам. Сейчас будем разбираться. Вот они, ноги, катки, и тут все такое красивое, с нержавья сделано. Да, Женек не зря этим делом занимается, все красиво, нарядно. Вот, все уложено грамотно, порезано, не абы как, а вот такая вот стоечка у нас будет теперь. Это, я так понимаю, для проводочков. Вот, и это винтики барашками. Сейчас будем все это дело собирать. Ну, насколько я так понимаю, тут больше ничего интересного для нас нету. Вот, это можно уже все складывать назад. Так, отставляем все это в сторону и приступаем непосредственно к сборке. Так, ну это понятно, клемники. Так, 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 так. Это у нас сюда. Так, теперь ноги, катки.
Вот такие большие ноги. Сейчас померяем диаметр катков сразу. 75 ширина, 25. Так, хорошо. Теперь вот эта красота вставляется вот сюда. И сюда нам барашек для фиксации. Дальше вторая нога. И теперь непосредственно будем прикручивать ноги. Ноги, как мы видим, с тормозами. Вот. Не просто так. То есть, если надо, можно зафиксировать. Это тоже как бы хорошая опция, удобная. Когда надо, можно на тормоз поставить. Когда надо, можно с тормоза снять. Вот так. Следующую. Я, скажем так, не часто тормозами пользуюсь, довольно редко, но в нужный момент эта опция пригождается. Хорошо, что не упала. Да, господи, что ж такое? Так, две ноги есть. Теперь еще две ноги надо прикрутить. То же самое, все ноги с тормозами. Да что ж такое, падает все. Ой. Ну вот, упала. Будем искать. Барашек на букву З закатился. Вот оно. Еще одна нога. Так, вот, собственно, вот она, стоечка наша для лампочки. Дальше. Вот таким макаром это все дело делается. Но я думаю, я ее вот так поставлю.
Вот непосредственно стойка. Убираем с тормозов. Все, поехало. Вот так красиво все ездит. Значит, размер стойки сразу можно будет померить. Вот в моем гараже эта стоечка довольно-таки хорошо, приятно, комфортно помещается. Значит, меряем между ногами расстояние 51 на 50. Ну и непосредственно наша лампочка. С местом у меня, конечно, в гараже немножко проблем. Поэтому. И была заказана такая стоечка, чтобы мне было комфортно с ней тут находиться. Лампочка довольно-таки нелегкая. Вот поэтому была заказана стойка под мой гараж. Потому что, еще раз повторюсь, здесь лапы расходятся вот так, в длинку, и будет проблемно мне с ней здесь по гаражу перемещаться. Вот. Ну, вот он зажим, который зажимает. Обалденная, здоровенная лампа. Ну, сейчас надо все это распечатать, распаковаться и подключить ее. Посмотрим, как она светит. Пока что я выключу. Вот лампочку собрал. Вот так она выглядит на стойке. Но кто знает, это как бы не лишним повториться. Вот эти ноги на зажимах двигаются. Здесь у нас тормоза есть. Вот такая усиленная стоечка. Вот здесь у нас шарнир. Здесь вот этот Т-узел уже доработанный. Вот так лампочка выглядит. 6 полос. Вот у нее кнопки диммер плюс-минус. Вот так, наверное, будет получше видно будет. Сейчас я с освещением помудрю, так будет получше. Да, 6 полос. Значит, вот они, три кнопочки программные. Короткий клик — холодный включается. Долгий клик — включается теплый. Вот. И программы. Две. Вот, но я еще не разобрался. Вот так вот выглядит Женькова новая лампа. Женьку, спасибо, с двух рук. Классная лампочка. Ну, сейчас мы ее включим. Кнопочка включения находится вот здесь, с обратной стороны. Вот, вот так она у нас засветилась. Вот он. Сейчас чуть-чуть диммер потише сделаю. Вот немножко камера снижит. Вот как я уже и говорил. Вот так все выключаем. Включаем одну полосу — холодный, долгий клик — теплый. Вот теплый с холодным. Ярче, тише. Значит, сразу я что заметил? Значит, вот эта полоса широкая получается.
Вот и тень интересная. Вот они, 6 полос наши. Вот так вот она светит у нас. Довольно-таки широкая тень, хорошая. Мне это очень нравится, и я поэтому вот решил такую лампочку прикупить. Вот как мы видим, горит первая программа. Можно это поменять на вторую программу. Вот, когда будет наоборот долгим кликом загораться холодный свет, а коротким кликом будет загораться теплый свет. Ну, я потом дальше как бы все это расскажу, покажу более подробно. Это как бы распаковка посылки. Вот, поэтому на этом как бы все. Вот. Остальное, что кому непонятно, можно на сайте, ссылочка будет снизу, посмотреть характеристики, цены там, ну и все дальше. Все такое прочее. Ну и для сравнения покажу сейчас, рядом поставлю лампочку, которая у меня была. Но она небольшая, 75-ка, большая была 90. Какая разница? Вот такая вот разница. Моя лампа предыдущая смотрится малюткой по сравнению с этой. Ну вот на этом, пожалуй, обзор такой кратенький завершен. Дальше размеры и все остальное там, что куда регулируется, какая разница вот между штативами, вот узлами. Все на этой лампе уже все это попереработано, как я говорил. Т-узел здесь такой вот, более новый вот такой. Ну что, наверное, пока на сегодня хватит. Вот. Поздравляю всех с 23-м. Сегодня 23 февраля. Как раз я подытожил, решил выпустить это видео. Такой вот у меня подарочек получился к 23-му.